Итак, мой канал. Что? Походу, блин, надо возвращаться на YouTube, что ли? Всем привет, дорогие подписчики моего канала, с вами я, Никита Кабаяшкин, конечно же. Да, я долго отсутствовал на YouTube. Последний видос выходил аж 7 месяцев назад. Но вообще-то, сниппет выходил 2 недели назад. Если вы его увидели, то, блин, сейчас мы будем разбирать вот этот трек из сниппета. И, блин, я вас научу писать хайпер-поп-бит, хайпер-поп-трек. Блять, что там говорить-то? Я уже давно на ютубе-то не был. Короче, переходим в FL-ку, сейчас мы будем разбирать все. Погнали. Вот так выглядит проект из того сниппета, который я заливал на YouTube, в TikTok и в свою группу ВКонтакте с музыкой. Конечно же, вы на нее подписывайтесь, потому что там выходят мои треки. Начнем с самого первого баса. Первый бас выглядит у нас вот так вот. Это у нас трио СК с пресетом Hyper Pop. Я его так назвал. Вот так вот выглядит пресет. И звучит бас вот так вот. Я его писал такими квадратиками. Потом у нас идет кик просто впрямую. Вот так вот просто. Такой прорывной долбящий кик, чисто чтобы выносить мозг. У нас идет клэп. Просто самый дефолтный клэп. Хай-хетики просто впрямую. И open head. Тоже по сути впрямую. И мелодия у нас вот такая. Вообще, сама мелодия звучит вот так. Но мне почему-то это стало скучно, и я решил докинуть гроссбита вот с таким вот пресетом, просто транс GT1. Звучит вот так вот. А все вместе звучит это вот так. Чисто вот веселый трючок получается, да, ведь? Вместе с вокалом. Разбираем дроп. На дропе у нас тот же самый трио СК, только с другими нотами. Потом у нас есть еще один бас. Он уже от Серума. Он также прописан. Идет у нас сразу третий бас, он с таким же рисунком. Первый бас я обрабатывал, вот он на первом канале, просто я накинул саундгудайзер, чтобы он был мощный, потому что без саундгудайзера трио СТК звучит так себе. Ладно, бежу. Нормально он звучит. Чё это? Второй бас, на этом канале он. Эй! Я его никак не обрабатывал, он просто придает такой... выглядит... Ну вот так вот, типа, это стандартный пресет. И обработки, по-моему, тоже стандартные или нет, я уже не помню. И третий бас у нас на 8-м канале. Fast Dist, чтобы придать такой мощи. И Stereo Shaper, чтобы он играл в двух ушах. Ну, блядь, три баса как-никак. И вообще дроп звучит вот так вот. Если ты хочешь стильно и недорого одеться, то я советую тебе приобрести джерси-шипы. Это мой меч совместно с Undercover Wear. Джерси-шипы сделаны из мягкого, легкого, дышащего и эластичного материала. Также в УНК ты сможешь приобрести любой товар из представленного ассортимента. Джерси X01, джерси Exxon, шарфы, клипс, чтобы не замерзнуть зимой. Первому человеку, который решит что-то купить, получит скидку 10% на весь ассортимент. Нужно лишь написать, что он пришел от Никиты Кабаяши. Больше не буду ничего говорить, ссылка на магазин будет в описании. Так, что тут, кики у нас идут по рисунку. Ну тут, в принципе, ничего интересного в киках. Клэп у нас уже звучит другой. Такой удар по ведерочку. Чисто 100 гиковский. Хай-хэтов уже другой рисунок. Я его взял... Этот рисунок делал не я. Я скинул проект Битмарю, и уже он сделал вот такой рисунок. Open Head играет по-другому. Ну, в принципе, тут ничего интересного нет. Ну и, в принципе, это уже весь дроп. Что тут, блядь, показывает? Потом у нас идет вот такой вот переходик. Я не хочу стать там, как ты. Ведь я про тебя забыл. Там просто идет прямая бочка и мелодия.
Ну, тут уже идут моменты из начала. Только без баса. И потом вот этот переходик идет. Чисто вышел в клубе покурить вот так вот. Чисто куришь, стоишь. А там музыка в клубе играет, и ты ебашишь, и вообще особо не слышишь. Оп, обратно в клуб заходишь. Я, по-моему, мясной переход получился. Это у нас реверб на мастере лежит вот такой вот. Я его назвал ебанутый реверб. Такие у него настройки. Просто нажимаете потом сюда. Create Automation Clip и делаете рисунок. Так, тут уже идет у нас на дропе другой рисунок баса. Вот так вот он выглядит. И звучит. На всех других басах чисто такой же рисунок. Тут особо даже другого разнообразия нет. Также просто режете все. И потом у нас идет вот такой вот момент в треке. Чисто такая паранама. Чисто такая панорама идет. Так, наверное, разберем рисунок в этом басе. Но он такой вот прям тоже конченый. И также он повторяется на всех других басах. По обработочкам вокала. Вокал у нас на 15 канале. По обработкам вокала. Вот так выглядит обработочка. Автотюн. В тональность просто на максимум. Дальше эквализация. Сила Туа. Сила 76. Стерео. Все стерео. Дальше идет SS Lex Stereo. Это эквалайзер. Еще дополнительный. Еще один эквалайзер. Продиессер. Чтобы срезать эски. И аудиотрек стерео, чтобы убирать шумы и микрофон. Дальше у нас идет реверб, он выглядит вот так. Следующее, это у нас что? 16-й канал. Я понял. Вот идет у нас 15-й канал. Это обычная обработка, у меня там 4 обработки вокала. Вот идет начало. Редко спросишь меня, как ты? Я ты. По сути, это самое дефолтное. Дальше у нас идет 16-й канал. И тут уже обработки совершенно другие. Тут также идет автотюн, также параметрик эквалайзер, компрессор уже идет, фаздист, чтобы придать такого рок-н-ролльского звучания. Fruity Blood Drive, компрессор, какой нахуй компрессор, это эквалайзер. Хорус, чтобы расширить вокал. Аудиотрек стерео, срезание шумов, 5 параметрик эквалайзер и уже реверб вот такой вот идет. И получается у нас на дропе совершенно другой вокал, совершенно другой обработочкой. Звучит он так. Порванные в клочья, мне похуй, я наложил хлопья. По сути, это можно взять как хайперпоперскую обработочку вокала, если вы не хотите сами разбираться. Я, блядь, не знаю, лично я, допустим, использую под каждый трек свою обработку, потому что нет такой единой обработки, которая подойдет под любой трек. Вообще, вы можете заказать у меня сведения также по ссылочке в описании. В группу ВКонтакте заходите, там есть товар. 300 рублей стоит обработка вокала, просто я быстренько свожу. Быстренько, качественно, и вы ходите с готовым треком. По сути, блядь, хуйню стоит. Пока еще места есть, товар будет стоить не так дорого. Если будет дохуя мест, то я цену подниму, обязательно. Да и пока у вас есть такая возможность, почему бы ей не воспользоваться? Просто 300 рублей скидывайте, у вас готовый трек. Дальше по обработкам вокала у нас идет вот такой вот момент. Сейчас мы его послушаем, а потом уже будем разбирать. Так, первый канал у нас 17-й. Обработки. А, по сути, все те же обработки, по-моему, да? Вот идет стерео-шейпер. Звучит это все вот так вот. Чисто тут решает, по сути, стерео-шейпер. Следующая обработка у нас идет на 14-м канале. И звучит она вот так. Тут обработки, по сути, они взяты так же, только добавлен хорус. Тут решает хорус. Вместе они звучат, по-моему, вообще, блядь, идеально. И дальше идет снова переход с ревербом. Разбираем начало. Начало звучит вот так. Так, разбираем. У нас тут лежит лоу-фильтр. Вот так выглядит Fruity Loaf Filter. А настройки у него. Пресет Low Pass 2.
выкручиваем здесь вниз, дальше делаем автоматизацию дефолтную. И еще у нас идет вот такой вот гроссбит, и, по-моему, он звучит просто идеально. Чисто под ударки как получается только. И вокал у нас приглушается. Гроссбит лежит на мастере, выглядит он вот таким вот образом. Мастер вообще дефолтный. Soft Clipper, Sound Goodizer и Parametric Equalizer. Все, запомнили? Да, я использую Sound Goodizer на мастере. Ну, просто пишите в комментариях, какой я долбоеб, то, что я использую Sound Goodizer на мастере. Ну, блять. Та хуйня, о которой мне постоянно пишут почему-то в личные сообщения. Как ты делаешь вот это ты-ты-ты-ты в вокале? Я, блять, не понимаю нахуй вас. Вот у нас идет вокал. Сейчас изначально это выглядело вот так. Но я это решил нарезать. Просто нарезать. Блять. Что в этом сложного, я не понимаю. Что сложного просто нарезать вокал? Дальше тут идет вот такой вот кусок. Ты просто режешь какой-нибудь момент, допустим, даже вот этот. И начинаешь его вот так вот расставлять. Что сложного расставить по сетке? Я не понимаю. Ставишь вот так по сеточке. Что в этом сложного? Я не понимаю. Тут точно так же. Просто вырезаешь кусок и расставляешь. Тут даже вот этот кусок вырезан. И расставлен вот так вот. Я не понимаю, может, я слишком тупой для этой жизни, но... Мне постоянно реально люди пишут в личку, типа, блять, как ты делаешь вот это вот заикание ебучее. Все максимально просто. Проект вообще самый простейший. Могу еще раз показать, как звучит бас вместе. И звучат они вместе просто идеально, по-моему. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите по всем ссылкам, которые находятся в описании, покупайте мой мерч, покупайте сведения, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, страницу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылочки где? Все, конечно же, в описании. Ну а на этом я прощаюсь. С вами был Никита Кабаяшкин. Прыщавый ебан, получается. Ну, всем пока! Кажется, разучился видосы на YouTube снимать. Да я и не умел.